Я думаю, что мы сегодня играли, ну, несколько получше, чем играли до этого. Не могу сказать, что все, так сказать, отрегулировано в команде, но так, на уровне своих возможностей команда, мне кажется, играет сейчас. Судейство, оно влияет на развитие игры? В нашем деле мелочей нет. Вот. И та система, которая так, практика, которая сложилась не за один год, не за два года, а за... Там, когда два пеналя, они совершенно необоснованные. В первом случае играет мяч Плешан. Он играет мяч, он не играет в игрока, он играет в мяч. И дается 11-метровый удар. Во втором случае то же самое. Наш игрок, крайний защитник Харитонов, тоже играет мяч, тоже дается 11-метровый. Он его не трогал. Ни в первом случае игрока не трогали, ни во втором. Нам надо адаптироваться к этому. Я имею в виду Волги. Не, Амкар, мне кажется, очень добротная команда. Мне кажется, что она в этом году несколько добавила. Даже по сравнению с прошлым годом. В прошлом году тоже достаточно неплохо выглядела. Особенно во второй части турнира. Амкар, не обладая сколько-нибудь серьезными финансовыми ресурсами, он достаточно рационально расходуя их, уже немало сделал для того, чтобы клуб стал таким, ну, на своем уровне достаточно серьезным, да, вот, и в этом заслуга, я думаю, руководство региона, может быть. Мои слова подтверждают то, что Амкар на протяжении многих лет иметь добротную команду. В команде нет каких-то там, допустим, ярких звезд, дорогих футболистов, но то, что это команда, а не там собранные в ППХ там 10-11 человек, это видно. Всегда было, и сегодня тоже это видно. Пережито много эмоций. Слава Богу, положительных. Мы взяли 3 очка. Они нам нужны были как воздух в стратегическом плане. Вы знаете, что у нас дальше идет тяжелый календарь. Выезд «Динамо», выезд «Хабаровск», длинный перелет, потом «Спартак», потом «Терек», «Рубин». То есть тяжелый календарь. И эти 3 очка нам были очень нужны. Ну, я хочу начать с того, что при подготовке к этой игре мы обращали внимание футболистам и настраивали их, говорили, что не смотрите на турнирную таблицу, не смотрите, где находится сейчас «Волга». Анализируя игры «Волги», мы видели, что команда играющая. И этой команде просто не везло. И сейчас им не повезло, можно сказать, но эта команда действительно с поставленной игрой, хорошо организована. И мы футболистам сказали, не смотрите на то, где они находятся. Надо выходить на эту игру с полной концентрацией. К сожалению, мы в первом тайме сегодня очень долго входили в эту игру. Где-то до 24-25 минуты мы входили в эту игру, затем овладели инициативой, завладели центром поля, ну и дальше стали создавать моменты. И логическим завершением, я считаю, был этот гол на последней минуте первого тайма с пенальти. Второй тайм в перерыве, я вам скажу честно, мы снова обратили внимание нашим футболистам на концентрацию внимания. И именно на передаче с фланга. И уже становится неприятной традицией для нас, что мы обращаем внимание футболистам на эти передачи с фланга. И нам вторую игру забивают именно с передачи с фланга. Но я считаю, что даже проигрывая 2-1, мы все равно более заслуживали эту победу, мы создали больше моментов, мы контролировали игру, поэтому я считаю, что 3 очка, добытые нами сегодня, они заслуженные, и самое главное, они нам очень нужны.